часов город Уральск открылся буквально вчера, первый день. Мы обслужили порядка 200 человек. Народу было очень много. Все горожане, наверное, ждали. Специализированный отдел – это та площадка, где для автолюбителей, где оказываются два вида услуг по принципу одного окна. Это выдача водительских удостоверений и регистрация автотранспортных средств. У нас размещены кабинеты психолога и нарколога, а также кабинеты медицинских работников. То есть никуда где не... проходят, да, все это в одном месте. А оплатить штрафы водители здесь могут? Тоже могут. У нас есть вот прием платежей, расположены филиалы расчетно-кассовых операторов Казпочта. И есть мультикасса, прием документов с 9 утра до 6 вечера, без перерыва на обед. А выдача готовых документов до 8 вечера. Сколько посетителей обратятся, столько посетителей готовы обслужить. Сроки оказания государственной услуги составляют 1.5-2 часа. Поэтому очень удобно гражданам, чтобы пришли в спецзоне, получили, сдали водительские права, и в течение 2 часов за результатом пришли. Через 2 часа уже права готовы на снятие или на регистрацию транспортного средства. А срок изготовления документов составляет 90 минут. Здесь очень удобно, просторно, быстро, качественно. С какой целью пришли? Получать госномер регистрации. Сколько времени затратили? 1:40. При вас нет госномера? Нет, пока вот, видишь, ожидаю талончик. Номера. Я думаю, что дальше будет лучше. Сейчас все равно, то есть процедура, вот насколько мы там, по времени именно, комфорта больше однозначно. Сервис может быть, но по времени получается нисколько не быстрее, чем было до того как. Вот я сегодня менял права и сидел там с утра, 1.5 часа, наверное, пока то аппарат из строя выходит фотографически, то компьютер зависит. Ну, в общем, куча технических неувязок. Ну, то, что ожидание удобно, да. Ну, как бы информатика вся на уровне. Конечно, лучше стало. Ну, во-первых, очень далеко от города. Очень далеко. Понравилось. Все быстро. Вот пришел 10, наверное. Вот уже получаю. 2 часа момент.